Привет, это видеоверсия сайта Tarantas News, и сейчас расскажу вам о проверке качества незамерзающей омывающей жидкости. Как сообщает ТАСС, исследование проводилось специалистами Роскачества. В нашей стране была проведена масштабная проверка омывающей жидкости для автомобилей. Испытания проводили эксперты Роскачества. Для проверки выбирали образцы, рассчитанные на температуры до минус 20 градусов, самый популярный вид у водителей. Под исследование попали образцы от 31 торговой марки. Отмечается, что практически 80% исследованных незамерзаек не прошли испытания при проверке рабочей температуры. Так выяснилось, что стеклоомывающие жидкости двух компаний замерзают при температуре минус 13 градусов, еще 5 при минус 14, 4 марок при минус 15, а еще 13 торговых наименований замерзают от 16 до 18 градусов ниже нуля. Кроме того, в ходе экспериментов выявили, что незамерзайки некоторых марок могут повредить детали автомобиля, в частности дворники и лакокрасочное покрытие. И продукция одной компании вообще оказалась опасной для здоровья. Такая жидкость может вызывать раздражение на коже и конъюнктивит глаз. У меня пока все, еще больше новостей ищите на нашем сайте tarantas.news. Пока!